А Тюбинская область расположена в двух частях света – в Европе и Азии, общей площадью более 300 тысяч квадратных метров. Это вторая по величине область в Казахстане. Единственный регион, непосредственно граничащий со странами СНГ. На севере – с Оренбургской областью Российской Федерации, на юге – с Каракалпакской автономной областью Республики Узбекистан. С 1 января 2015 года Казахстан является полноправным членом Евразийского экономического союза, где потребительский рынок составляет порядка 182 миллионов человек. В рамках ЕАЭС гарантируется свободное движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Актюбинская область обладает уникальной минерально-сырьевой базой и занимает второе место в мире по запасам хромитовых руд – более 400 миллионов тонн, третье место в Казахстане по запасам медных руд – 100 миллионов тонн и по промышленным запасам нефти – до 900 миллионов тонн, а также четвертое место в республике по запасам газа. Это единственный регион в республике, где производится разработка никелевых месторождений. Уникальность экономико-географического положения области определена прохождением важнейших авиационных, железнодорожных и автомобильных магистралей, соединяющих государства Евразийского континента востока с западом, юга с севером. Актюбинская область является важнейшим транспортным узлом с транзитной специализацией. Через территорию области проходит автомагистраль Западная Европа, Западный Китай, железнодорожные линии Тажем, Север-Юг, Чуньцзинь-Дуйсбург, Трасика. Станция Актюби является одним из важнейших железнодорожных узлов Западного Казахстана и АЭС. Сегодня город Актюби является четвертым центром агломерации и выступает как центр экономического роста западной части Казахстана и республики в целом. Под ваш бизнес предлагается индустриальная зона Актюбе с готовой промышленной инфраструктурой, которая соответствует всем мировым требованиям и является клондайком для инвесторов. Индустриальная зона находится вдоль международных железнодорожных маршрутов и автобана Западная Европа, Западный Китай, вблизи от казахстанско-российской границы. Площадь индустриальной зоны – 200 гектаров. На территории имеются автономная промышленная подстанция, газопровод первой категории, очистные сооружения, питьевая и техническая вода, автомобильные и железные дороги, которые напрямую выходят на международные линии, оптико-волоконные линии связи и объекты инфраструктуры для персонала участников индустриальной зоны. Земельные участки предоставляются в бесплатное пользование на 4 года. По истечении этого срока инвестор имеет право выкупить земельный участок дисконтом и реарендовать по сниженной цене. Подключение к инфраструктуре бесплатная. Коммунальные расходы индустриальной зоны являются самыми низкими в Республике Казахстан и приемлемыми для промышленников. Для инвесторов Актюбинской области в случае вложения инвестиций менее 13 миллионов долларов США приоритетный сектор развития Республики Казахстан гарантируется следующие преференции. Освобождение от уплаты таможенных пошлин при ввозе оборудования, комплектующих и запасных частей к нему, сырья и материалов. Государственные натурные гранты и передача собственности движимого или недвижимого имущества. Освобождение от налогов сроком от 8 до 10 лет. Инвестиционная субсидия до 30% на возмещение затрат инвестора на строительно-монтажные работы и приобретение оборудования. Гарантия стабильности налогового законодательства и в сфере привлечения иностранной рабочей силы. Сопровождение проекта через Центр обслуживания инвесторов по принципу одного окна. Мы ценим своих партнеров и будем рады видеть вас в качестве инвестора индустриальной зоны.